16 августа 1944 года. Владимирская газета «Призыв» обращает внимание на перемены в системе образования. Выходит статья под заголовком «Внимание и заботу в школе». Вводятся промежуточные экзамены и аттестация, пятибалльная система и правила поведения школьников. Впервые появляются золотые и серебряные медали для поощрения учеников. Сегодня, в год 80-летия Владимирской области, развитие образования по-прежнему приоритетное направление. Как результат, средний балл выпускников владимирских школ выше, чем по стране. Снизилось число выпускников, не справившихся с экзаменами в 9 и 11 классе, а количество тех, кто получил максимальные баллы, напротив, выросло. Владимирские педагоги не раз становились победителями престижных всероссийских конкурсов. В нашем регионе создаются новые возможности для получения высшего образования. Создан Владимирский филиал Приволжского исследовательского медицинского университета.